С 1 января 2019 года в Латвии должна была вступить в законную силу новая система обязательного страхования здоровья. Однако этого не произошло. Всему виной неполадки в электронной системе, которая позволяет медикам видеть информацию о застрахованных и незастрахованных лицах. Следует отметить, в тестовом режиме система начала работу с декабря. Компания ZZDATS разработала программное обеспечение и передала заказчику ее 20 декабря в соответствии с ранее согласованным графиком. А 31 декабря в IT-инфраструктуре, которая обеспечивает базу данных о застрахованных лицах онлайн, возникла ошибка. В настоящее время Национальная служба здоровья устанавливает программное обеспечение, чтобы привести в действие системы двух корзин медицинских услуг. Планируется, что новая система обязательного страхования здоровья в Латвии начнет свою работу через месяц. Напомним, с этого года все медицинские услуги в стране разделят на два пакета – базовый и полный. Последний автоматически будет доступен тем, кто платит обязательные социальные взносы или попадает в одну из льготных групп. Лариса Кириллова, Александр Федотов, телевидение.ком.